Всем известно, что Земля начинается с Кремля. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на программе «Колесо истории». Мне очень приятно, что сегодня оказали нам честь присутствовать на программе в качестве почетных гостей. Далее замечательный певец и композитор, да, впрочем, что представлять, Михаил Звездинский. Ведущий детских телевизионных музыкальных шоу, ректор-координатор Государственного музыкального училища эстрадного и джазового искусства Андрей Биль. Человек, которому я неровно дышу уже много лет и не собираюсь этого скрывать. Талантливая, очаровательная Лора Квинт. Я прошу вас, рассаживайтесь по своим каретам. Мишенька, вы в зеленую, Андрюш, вы в красную, Лорочка, вы в желтую. Отправимся же в путь. Первый заезд «Колеса истории». Дадим право остановить карету в любую секунду. Лори Квинт, единственный. В любую секунду, Лорочка, вы можете сказать «стоп». Стоп! 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 Давайте же смотреть! А зеленая, красная, желтая, зеленая не совпало ни у кого. Боже, какая неприятность. Ну что, это милая шутка, милое начало. Занимайте в креслах свои места. Вновь аплодирует весь зал. Меж тем, оборачивая свой взгляд в прошлое, мы находим очень много кусков в истории государства, в которых Россия проявляла свое могущество, нарастало и прирастало богатством. Вот один из таких примеров. Времена Ивана Третьего. Во многом недооцененные. Ну, давайте вспомним. Сброшена татаро-монгольская ига. Завершается объединение русских земель. Закладываются основы законодательства. Россия являет себя Европе огромным, могучим государством. Иностранцы с удовольствием едут в Московию служить российскому государю. Ну, Фрязин, пойдем за мной. Вот, Фрязин, видишь, упавший собор. Давай исполняй княжескую волю и строй новый. А от чего рухнули стены? Да вот, видишь, волей Божьей рухнули. Ты, говорит, мастер знатный, вот и определи. Раствор жидкий. Раствор должен быть густоты сметаны. Ох, сволочи, здесь украли, а? Хотя ведь она, ты знаешь, сметану, ты ее как разбавишь, такая она и будет, сметана-то. Зачем сметану разбавлять? Ну, это так, не до вложения. Не до вложили. И кирпич, кирпич мал, кирпич должен быть больше. Большой кирпич мы пропечь не сможем, у нас дров нету. Дров? Я ехал целый месяц, кругом были леса. И фундамент для таких стен надо расширить. Я буду строго смотреть. Ты, знаешь что, ты не туда смотри. Тебе князь что велел? Езжай по городам по нашему, смотри архитектуру, учись. Как строить надо, учись. По образу и подобию. Ага, да. Правильно. Надо смотреть русскую архитектуру. А. По дороге я видел очень красивые русские храмы. У нас очень много красоты. Вы такого там у себя в Болонии-то и не видали. Езжай, милый, езжай, кирпичик-то оставь. Езжай, езжай. Вот дожили, а. Нехрист, нехрист будет православный храм строить. На самом деле, Иван Третий когда-то поручил Аристотелю Фиораванте построить Успенский собор, взяв за основу архитектуру одного из действующих соборов. Это Софийский собор в Новгороде, Успенский собор во Владимире, храм Покрова на Нерли, ну и Дмитриевский собор в том же Владимире, что и Успенский собор. Возникает естественный вопрос, какой храм, архитектура какого храма
была взята иностранцем в основу для строительства Успенского собора в Кремле. Я прошу вас, Мишенька, вы знаете? Но вы можете... И вы знаете, Лора, вы не будете советоваться? Кстати, за вас болеет весь ваш сектор. Андрюш, вы тоже знаете? О, боже мой! Миша? Успенский. Во Владимире Успенский собор, это был прототип того собора кремлевского, который Фиараванти построил потом в Кремле. Браво! Ваше мнение? Абсолютно такое же. Я хотел уточнить, как называется Нижний собор, вот у вас на картинке? Дмитриевский вот, собор. Вот этот собор в основе творения Фиараванти. За образец при строительстве Успенского собора в Москве Аристотель Фиараванти взял Успенский собор во Владимире. Браво! Желтые и зеленые восхищение аплодируют по 100 верст. За 4 года слишком, с 1475 по 1479 годы, возведены стены главного собора России. А, Фрязин, с чем пожаловал? Ой, работа сделана, боярин. Ага. Собор стоит. Такого собора нет и в Болонье. Так а зачем вам нехристям собор-то? На дыбу вас надо, нехристи. Раз не, и не исповедуете веру православную, а? Ну не бойся, проходи. Ага. С чем, говорю, пришел-то, мастер Аристотель? Пора расплатиться. Долг платежом красен. Ну что ж, готов платеж. Княжеский, за твои труды жалует тебе князь шубу со своего плеча. Ну-ка, прикинь-ка. О. И вот еще, мил человек, шапку. Ну-ка. Зачем мне шуба? Что я буду с ней делать в Болонье? Это что, в такой шубе пройтись, это же почет на всю жизнь. Мне княжеский посол Толбузин 500 дукатов обещал. Все обещал. У нас таких денег-то сроду и не было, и никогда и не будет. Потому что и не знаем, как они выглядят, эти твои дукаты. Каццо, афанкуло, сперкачони, диссипатори. Я пойду к князю, буду жаловаться. Тебе что, чести мало? Ты до Москвы будешь строить, чести тебе мало. Иди, жалуйся, Толбузин. Арриведерчи. Иди, арриведерчи. Порке да, Мадонна. Мадонна. А на самом деле, и тот, и другой, кстати, правы. Как в 14-15 веках осуществлялся обмен иностранной валюты? Так, ну давайте окажем честь даме. Лора, вам и честь первого слова. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но, насколько я помню, может быть, я путаю век, вот это возможно. Но, насколько я знаю, валютный обмен совершался лошадьми, скакунами и мехами. Очень логично. Андрюш, как считаете вы? А я считаю, что мехами. Только мехами? Ну да, да. Итак, меха. Миш, как считаете вы? Я совсем иначе. Трудно предположить. Но я думаю, что... Когда не было еще валютных обменов, как это называется? Обменных пунктов, банки. Да. Но были менялы все-таки какие-то, которые, в общем, и у них были валюты всех каких-то стран, с которыми они работали в то время, Россия сотрудничала или нет. Я думаю, что менялы мог разменять, но вообще, мне кажется, что тогда были гривны такие вот... Это куски серебра там или вы золота. Вы имеете в виду, вероятно, рубли. Да, то, рубли. Что рубили. Наверное. 14-15 век. Я принимаю эту версию. Во времена Ивана III обмен различных денег осуществлялся очень просто. По количеству золота или серебра в любых монетах. Вы знаете, я вынужден признать победу зеленого игрока. Он был невероятно близок, хотя формулировка была недостаточно точна. Тем не менее, я прошу Михаила Звездинского плюс 100 верст. Я прошу вас, уважаемые мои гости, занять свои места в каретах. Второй заезд колеса истории. Вам дается возможность заработать еще 100 верст.
куда были вывезены драгоценности оружейной палаты в 1872 году? Это вопрос нашим телезрителям. Андрюш, по традиции, поскольку вы отстающий игрок, я задам вам один вопрос, если вы правильно на него ответите, вам подарят 100 верст, и вы приблизитесь к тем, кто ушел вперед. Сколько лет строился Исаакиевский собор в Петербурге? 20 лет, 30 лет, 40. 40. 40 лет. С 1818 по 1858. Красные ликуют! Андрей честно зарабатывает свои 100 верст. Вот теперь, Миша, вы можете остановить кареты в любую секунду. Стоп! Стоп! Значит, здесь зеленая, желтая. Желтая, да? Зеленая. Красная. Над вами, Андрюш, какой цвет? Зеленый. Ни у кого не совпало. Миша, вы не вовремя сказали стоп. Следует заметить, что хотя мы те времена отнесли к временам процветания России, но ни судебник Ивана III, ни более поздние законоуложения ни в коей мере не давали возможность ни одному гражданину государства почувствовать себя в полной безопасности. Вот слова, которые когда-то говаривал Иван Грозный. «И в животе, и в смерти холопий своих волен, и мог делать все, что угодно, с кем угодно». Впрочем, несмотря на знатность, не только Иван Грозный. Князь, долго же вы ехали к нам из своей Италии. Императрица заждалась. Я уже который день во дворце, герцог. Но меня не принимают? Дела, 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 братец, государственные. Каковы же вести из Европы? Что говорят о России? Обо мне? Одни говорят, что вы бог. О, даже так? Другие, что дьявол. Но никто, что человек. Смело, смело, братец, смело. Такую смелость может позволить себе либо безумец, либо шут. А, кстати, императрица назначает тебя шутом при своей особе. Я не могу быть шутом. Я князь. Научишься, научишься. У императрицы шутов целая кавалерия, а смелого нет. При дворе смелость – это самое смешное свойство. Так что весели двор и императрицу, а не то палки заслужишь. Вот так. Князь, вельможа, в одночасье был превращен Анной Анны в шута. Нам интересно сейчас вместе с вами выяснить, какой фамилии, какому роду принадлежал шут Анны Анны. Волынские, Нарышкины, Шереметьевы, Долгорукие, Голицыны. Лора, Андрей, Миш, вы знаете? Князь Голицын. Голицын. Был шутом у Анны Анны. Лора. Я полностью согласна с Мишей Звездинским. Это была в свое время очень скандальная история. Голицын. Верно, может быть. Еще один смачок, Андрей. Да. И вы? Да. И вы в этом же мнении? Да, да, да. Давайте, давайте, давайте. Шут Анны Иоанновны принадлежал к роду Голицыных. Браво всех! Давайте немножечко сдвинемся, чуть отследим шутовскую карьеру его сиятельства князя Голицына. Прошу, прошу вас, господа актеры. Женюсь на хорошенькой немочке, лютеранка, 18 лет. Ну, ваши 80, генерал. Вы могли бы выбрать и помоложе. Ну, до 80 мне еще 2 года. Конечно, я не могу надеяться иметь потомство. Ну, надеяться вы не можете, но должны опасаться, что оно будет. Как это, как это? От чего же это? От горячих объятий, генерал. А вот и врешь. Посмотрим, какие объятия будут на твоей свадьбе с калмычкой. Поди, небу будет жарко, льды растают. Господи. А ведь это шутка, а призабавная. Льды растают.
А дом-то ледяной. Ой, пойду расскажу императрице. Ей это очень понравится. Понравится, понравится, понравится. Об этой довольно известной свадьбе шута Голицына с калмычкой, об этом ледяном доме, куда их поместили после венчания, в Европе было много пересудов, и шума было много. Я думаю, что столько же шума было от самого свадебного шествия, от самого свадебного поезда. Бог мой, в чем только не приезжали гости. Кареты, запряженные оленями, валами, верблюдами, медведями. Это на самом деле было так? А в чем и как приехали на свадьбу жених и невеста? Они возглавляли этот свадебный поезд. Народ был в изумлении. Мишенька, вы знаете, Лора, вы знаете, Андрей? Лора. Поскольку в свое время, во времена Петра Алексеевича, он же Петр Первый, была такая история. Я не хочу соврать, я ошибусь, фамилия была боярина какова. Но его за какой-то проступок везли на свиньях. И, возможно, эта замечательная мода и сохранилась. Поэтому я позволю себе сделать предположение, что молодых везли на свиньях. Мне кажется, такая традиция Лора, была. Я обязан с удовольствием поклониться вам в пояс. Я согласен, что на свиньях. Со свиньей вы согласны? Согласен. Вы остаетесь во мнении, что свинья, она... Хорошо. Мишенька. Да. Свинья. Голицыну подложили большую свинью. И она его везла в это. И вновь все три игрока сошлись во мнении, что это была свинья. Новобрачные ехали в клетке, установленной на спине слона. Абсолютно, как сказали бы англичане. Они ехали в клетке на спине у слона. Но согласитесь, для Петербурга это что-то потрясающее. Но время шло вперед, при Петре было одно. А время шло вперед, ну, и свинья просто выросла. Она выросла просто. Вполне логичная мутация. Ну что, давайте все равно, так или иначе, аплодировать нашим игрокам. Пусть никто не выиграл, но тем не менее. Я даю вам возможность еще одну заработать 100 очков. Займите места в каретах, это последний заезд. Путь кареты. Пока вращаются кареты, я вновь позволю себе задать вопрос нашим телезрителям. Кому при Павле Первом было дано прозвище «Турецкий барабан»? Хороший вопрос. Итак, наш последний заезд проходит ту секунду, когда у зеленого игрока 300 верст, у желтого 200 верст и у красного 200. 200. Андрюш, прошу вас, вы можете остановить карету. Стоп! Стоп! Красная, красная! 100 верст Андрею! Желтая, желтая! 100 верст! Таким образом, зеленая, зеленая! Миша, и вам 100 верст! Вот это везение! Всем достается по 100 верст, занимайте свои места. Итак, мы продолжаем разговор. 19 век. Россия уже цивилизованная страна. Время вступать на престол, а это уже конец 19 века, последнему из рода Романовых, в общем, трагически завершившим историю этого дома, Николаю II. Быть может, это трагическое окончание, быть может, было предрешено трагическим началом царствования. Погибло, как вы знаете, очень много народу. Больше 1000 человек, 1389 человек погибло. Быть может, эти события стали предтечей трагического конца последнего императора всероссийского. Об этом речь. Извозчик! Извозчик! Нил Силович! Нил Силович! Куда это вы собираетесь рысью-то ехать? И точно рысью. Да ни одного извозчика не сыщешь. Все разобраны. А спешу на Ходынку, на Ходынку. Там народное гуляние в честь коронации. Нет, лучшее гуляние у Тестова или у Яра. Зайдемте. Не могу, спешу. Подарки царские раздавать будут.
Так зачем вам подарок-то? Ему цена в полтинник этому подарку-то. Не в деньгах цена. Память на всю жизнь. Доведется ли до следующего царя дожить? Пойдете обратно, зайдите в трактир. Расскажете, как дело было, да и подарок покажете. О, извозчик! Извозчик! Прощайте, извозчика поймал, а? Вот удача так удача. В такой день надо среди народа быть. Память на всю жизнь. Лучше синица в руках. А, кстати, народ собрался на Ходынском поле. И это известно, кстати, не просто так. Конечно, всеобщее ликование по поводу коронования нового императора. Меж тем, на самом деле, раздавали подарки. Но что? Но что? Лора, вам будет удобней, если я скажу приблизительно, какие подарки раздавали. Вот перед вами чашка с портретом Николая II, вазочка с портретом императрицы, шкалик, деньги и кусок ситца. Что-то из этого, быть может, несколько предметов, быть может, только один сувенир, я понял, Миша, предлагался всем тем, кто придет на Ходынское поле в ту самую секунду, когда будет короноваться император. Это так? Это правда? Наверное, подходящие мужчине и женщине. Ага, благодарю вас. Я просто обязан предоставить слово Михаилу Звездинскому. Он в очередной раз имеет честь начать этот разговор, потому что он в очередной раз первым поднял руку. Согласитесь, что это правда, я ничего не подсказываю, никому не подыгрываю. Это чашка с портретом императора. Вы имеете в виду вот этот предмет? Ну или что-то подобное, да? Да. Вот такие чашки с портретами нового императора сдавали на Ходынском поле, да? Я думаю, что... Лорочка, ваше мнение. Мой сектор, который за меня болеет, подсказал мне абсолютно то же самое. Чашка с портретом императора. Вы сошлись во мнении. Абсолютно. Андрей? Я тоже присоединяюсь. Остроумно. Во всяком случае остроумно. Итак, три игрока приняли решение, посоветовавшись со своими болельщиками. Коллегиальное решение, что на Ходынском поле всем и каждому раздавали чашки с портретом императора всероссийского, нового императора всероссийского, самодержавца Николая II. В состав царского подарка для народа входила чашка с портретом императора. Браво! Вот тогда! Ну что же, все получают по 100 верст. Ну и последняя страничка нашей сегодняшней программы. Я буду поражен тем, если вы не сразу ответите на этот вопрос, вы выказали сегодня такую глубочайшую эрудицию и знание истории страны, что, видит Бог, мы просто все в восхищении и в восторге. Давненько у нас не было таких замечательных гостей. Все споткнулись со слона. Лора, слон – животное не русское, в отличие от свиньи. Ну, пойдем, не будем уходить из этих времен. Россия, конечно, прирастала могуществом, экономикой, наукой, технологиями, но еще и государством, и политикой. О Думе Великой, той самой первой, два буквально слова. Нил Силыч! Нил Силыч! Нил Силыч! Нил Силыч, манифест! Высочайший манифест! О чем манифест? Свобода! За 300 лет монархии созывается Государственная Дума! Ну и о чем эта Дума думать будет? Как что? Думать? Думать, дорогой Нил Силыч, я хочу баллотироваться в Думу. О. В Думу! В Думу! Геополитический интерес России требует от нас геостратегических решений. Мы должны указать России новый путь. Эх, Сил Нилыч, какой ты новый путь укажешь, когда ты знаешь только один путь – трактир?
И то, когда тебя приглашают. Пошли, угощаю. Обижаете, Нил Силыч. Мыслящие люди должны образовать спектр. Народное мнение разнообразное. Мыслящие люди – это разнообразие. Разнообразие мнений не обеспечит народу разнообразие закусок. Работать надо. Пошли, говорун. И все-таки дума, дума. Поразительная вещь. Первая Государственная Дума – это 1906 год. А эти речи, как будто я слышал вчера. Ровно то же самое. Ой, как это трогательно. Итак, в 1906 году была создана Первая Государственная Дума. Она просуществовала, как вы понимаете, до 17-го. Выдвинула совершенно новых для того времени людей, и представить их во власти раньше было просто немыслимо. Вне зависимости от их политических взглядов следует признать, что люди были довольно тонко организованы, образованные вне всякого сомнения, и высказывали очень много остроумнейших политических, экономических и прочие идей. Вот несколько фамилий из того состава Государственной Думы. Это Милюков, Муромцев, Гучков, Керенский, Львов, Родзянко. Нас сейчас интересует один вопрос. Он последний. Я полагаю, он довольно легкий. Кто был из них первым председателем Первой Государственной Думы? Мишенька, вы опять знаете. Поразительно. Ну, что делал? Хотите посоветоваться? Хорошо, пожалуйста. Вы имеете право. Это единственная программа, где подсказка разрешена официально абсолютно. Что вы думаете? А? Я думаю, Родзянко. Мне тоже так кажется. Я конечно. Его... Да. Мне кажется, что да. Вам слово? Вы знаете, мне подсказали, что это был кадет Муромцев. Очень кто-то остроумно подсказал. Удивительно. Эта фамилия не у всех на слуху. Кадету Муромцеву большое спасибо. Красный значок. Что, да, Лорочка. Леночка, вы ошибаетесь. Эта фамилия очень на слуху у тех, кто любит, например, Пушкина. Потому что была Лиза Муромцева, героиня «Барышни-крестьянки». Друзья, она была следует Лиза аплодировать. Лора, какая вы умница. Я скажу Муромцев, потому что будем считать, что он папа «Барышни-крестьянки». Мне эта фамилия нравится. Пол страны у ваших ног. На Муромцева желтый значок. Миш. Я знаю, кто был последний председатель. Родзянко. Я встретился, да, Родзянко. Я встретился с его сыном в Западном Берлине, он мне об этом рассказывал. А первый, наверное, Милюков. Милюков? Да. Мне кажется. Председателем Первой Государственной Думы был избран профессор Московского университета Сергей Андреевич Муромцев. Ребята, я прошу всех выйти сюда в центр. В конкурсе для телезрителей прозвучали вопросы. В Москве в 1326 году появилась первая каменная постройка. Что это было? Правильный ответ – Успенская церковь. Второй вопрос. Как назывался первый пароход, построенный в 1815 году в Петербурге? Правильный ответ – Елизавета. Имена победителей. Оксана Форманчук, город Подольск. Евгений Паганкин, город Казань. Светлана Цыганкова, Калужская область, город Балабаново. Любовь Масютина, город Орел. Валерий Казак, город Орел. Я поздравляю всех, кто прислал нам правильные ответы. Поздравляю всех. Я жду, мы все ждем ваши письма, ваши остроумнейшие вопросы на колесе истории. Беспрецедентный случай. Я в полном недоумении. Редко мне приходилось теряться на этой площадке, но тем не менее сейчас я в этом состоянии. Все три игрока завершили нашу программу с одним результатом. 500 очков у каждого. У кого? 500 у Юры, 500 у Лоры, 500 у Андрюши.
Я хотел бы сначала телекомпании «Каскад» наградить всех игроков, поздравить их с участием. Поздравить их всех с победой. Мне кажется, Лора единственная женщина здесь, ей лучше подарок не так хочется. Я считаю, главная награда – это присутствовать на передаче, которую вы ведете, Леонид. Позвольте мне от всех зрителей. Вот это случился поразительный случай. Быть может, он войдет в традицию, но тем не менее... Но тем не менее, я предлагаю вам всем троим сыграть со мной в суперигру. Спасибо. Да? Принимается. Сейчас для вас сыграют одну сценку, которая послужит началом нашей суперигры. Быть может, там есть ответ. Я прошу вас. Итак, суперигра. Ха! Сил Нилыч! Рад вас видеть! Приветствую, Нилс Илыч. Табачку не желаете? Благодарю. А, какие новости в Московской Думе? Мельчает Москва. И новости мелкие. Хорош, табачок. Ежели так и дальше пойдет, 20 век совсем пустым окажется. Впрочем, Дума приговорила трамвай пустить. И слава богу, признаться, смотреть не мог на конку лошадок, жалко. Кожи да кости. А как трамвай ходить будет? В этом-то и загвоздка. Никак не решат, где первая линия будет. От Каланчевки в центр надо. Шутка ли, три вокзала? Да по Тверской. Да к Брянскому вокзалу по Арбату надо. Через Москву в реку никак не доберешься. А, решат, Нилс Илыч, решат. А не пойти ли нам в Челыши? Или в Сандуновские попариться, а? Да пивком это все издобрить. Ах, Нилс Илыч. Пошли. Итак, 6 апреля 1899 года была пущена первая трамвайная линия. Идите сюда. Идите сюда. Вот три варианта. Итак, первая трамвайная линия. Арбатская площадь, Брянский вокзал. Каланчевская площадь, Охотный ряд. Страстная площадь, Петровский парк. Разнесите по каретам. Давайте только сделаем организованно ниже следующее. Мишенька, Лора, Андрюш, я прошу вас встать в круг. Встаньте. Сюда? Да, конечно, в круг, в центральный круг. Каждый или все вместе вы можете сделать шаг, только один маленький шаг в сторону правильного ответа. И достаточно пока. Сделайте мне любезность. В любую сторону. Стоп, Миш, далеко. Один шажок. Здесь буквы, Страстная буквы. Площадь, Петровский парк. Это здесь. Здесь. Не подсказывать, суперга, тихо. Арбатская площадь, Брянский вокзал. А там, Мишенька, подскажите, Лоре. А там Каланчевская площадь и Охотный ряд. Там Каланчевская площадь и Охотный ряд. Андрюша и Лора, куда хотите, сделайте шаг. Хотите вместе с Мишей. Хотите поделиться. Только один шажок, останьтесь в начале. Все. Вы все пошли в сторону одной линии. Страстная площадь, Петровский парк. Я был бы рад и счастлив немедленно вручить каждому по 10 миллионов рублей. Но! Согласитесь, вы должны были проехать 1200 верст, а проехали по 500. Итак, вам остается спросить 700 верст. Вы согласны? Да. Очень хорошо. Давайте сюда призы. Смотрите, какое у нас правило, но вы его знаете. Отвечаете на первый вопрос, получаете приз, хотите, оставляете его себе, больше не отвечаете, не идете дальше. Идете дальше, отвечаете правильно на второй вопрос, получаете два приза, не отвечаете правильно, лишаетесь того и другого. Заходите, идете дальше, отвечаете правильно на третий вопрос, получаете все три приза. Открываете дверцу, там вспыхивает огонь, значит, вы шли в правильном направлении. Тут получаете 10 миллионов рублей, все эти призы, отвечаете здесь неправильно или не в ту сторону шли, лишаетесь вообще всего. Смотрите, вам осталось проехать 700 верст. Давайте разделим их. Вот это 100,
Вот это 200, итого 300, вот это 400. Я предлагаю вам ответить на первый вопрос, только по очереди, если не трудно. В старину на Руси во время празднования свадеб среди приглашенных распределялись следующие свадебные чины. Посаженный отец, дружка, шафер, старший боярин, третьяк. Какой из перечисленных чинов считался самым главным? Давайте слева направо. Андрей, ваше мнение. Самым старшим? Угу. Самым главным. Самым главным. Ну пусть будет. На свадьбе? На свадьбе, на свадьбе. Андрей. Как там? Посаженный отец, дружка. Шафер, старший шафер. Боярин, третьяк. Старший боярин, третьяк. Тихо-тихо, Лор, сначала Андрей. Нет, я точно не знаю, поэтому я на третьяке остановлюсь. Третьяк, Лора. Имеется в виду один главный? Один. 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 Тогда, конечно же, отец. Отец? Посаженный. Посаженный отец, Миш. Да. Я думаю, что тоже посаженный отец. Чины-то отмечены точные и в литературе, и в истории, и в книжке. Обряды русского народа, эти чины есть. И как же вы не угадали, я же прочел все слух. Конечно, главным на свадьбе был старший боярин. Я же все сказал. Старший боярин на свадьбе был главным персоналием. Ну и что? Вы все равно втроем в скрижалях колеса истории останетесь победителями. Андрей, Лора, Миша, вам аплодирует весь зал. И мы в очередной раз приветствуем людей, которые оказали нам честь прийти на нашу программу и выказали замечательные знания из истории. Я хочу предоставить вам право определить, в том ли вы все направления шли. И надо ли было так мучиться, чтобы пройти эти 700 верст, может, вообще не туда. Дойдите до конца, откройте дверцу кареты. Нам же все-таки надо узнать, в какую сторону, по какой линии ходил первый трамвай. А ну как вспыхнет сейчас. Откройте. Ну, откройте. 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 А шли-то правильно. Первый трамвай шел по линии Страстная площадь, Петровский парк. Мы аплодируем победителям колеса истории. Миженька, позвольте пожать вашу руку. Лора, поцеловать вашу. И эти аплодисменты зрительного зала, аплодисменты телезрителей, с которыми мы прощаемся ровно на одну неделю. Как обычно, желаем вам всего самого доброго. И дай вам Бог колесо истории.